Всем привет, с вами Вульф. Сегодня я продолжаю проходить игру Ведьмак 3. В прошлой серии, как вы помните, мы расколдовали Уму и узнали то, что это Авалак. Также мы узнали то, что Цири находится на неком острове Туманов. Теперь нам нужно будет туда отправиться, но для начала мы должны собрать всех своих знакомых союзников. Или, ну, чтобы отбить нападение дикой охоты после того, как мы спасем Цири. И, ребят, самая лучшая будет поддержка для меня, это, конечно же, ваши лайки и подписки на канал. Итак, давайте поможем Роше с Бьянкой, потом я предлагаю вам братья по оружию Нильфгард сделать, и потом уже братья по оружию Скельги. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Ага. Мне нужна твоя помощь в защите Каэр Морхена. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привести туда Цири, а за ней должна появиться дикая. Мы же это же говорили. Геральт, мы неплохо друг друга знаем, и ты понимаешь, что я бы никогда не отказал тебе. Но прямо сейчас мы остались без базы. У нас проблемы с поставками оружия, а вдобавок Бьянка жрет мне мозги. Ага. И пока я не разберусь, хотя бы с последним, никуда я поехать не смогу. Ну? Геральт из... Что ты здесь делаешь? Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скейтаэлями? Ты шутишь. Кого сейчас заботят Скейтаэли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Как ты здесь оказался? Как ты здесь оказался? Ну, он же по заданию пришел. Пришел, как еще? Я же хочу Бьянке помочь, а черт возьми. Перешел Яругу. Я послал все к чертям, Ирван. Мне насрать. Держали. Держали, молодца. Молодца, потом что держал. Просто снесли. Атаку? Ты можешь потом мне узнал, дать задание уже, придурок? Под Новиградом, что он обещает сражаться за свободный север. Я пробился сюда с остатками армии Наталиса, но... Быстрее! Но Родовит оказался ничем не лучше Ингвира. Так что я решил, что лучше я буду воевать по-своему. Ясно. Бывай. Так погодите, мы не будем ему помогать с Бьянкой, что ли? Я так понимаю. Хм. Ну ладно, хрен бы с тобой. Черт возьми. Поговорить с Эмгыром. Ладно, хорошо. С Эмгыром, так с Эмгыром. Я не понимаю, почему я ему с Бьянкой не могу помочь. Он, может быть, мне задание дал какое-то. Не знаю, ребят. Ну, насрать мне как-то уже. Я это задание выполнил. Мне сейчас надо задание вот это вот союзников со Скельги собрать. И вот тут Нильфгард. Братья по оружию. С Эмгыром надо поговорить. Надо сейчас быстренько всех союзников собрать. Вот, королевский замок в Изиме, ну. Расколдовать Уму было нелегко, но это... Ну, это ж мы видели. Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. Авалак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туман. Ясно, ясно. Я понял. Пускай Эмгыр мне помогает. Может, он мне хоть поможет. Кто его знает. Чё-то я даже союзников-то толком не собрал. Ну, 300, я так понимаю, мне поможет. И Золтан, все. Больше мне никто не поможет. Ведьмак, что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Сомневаюсь. Дикая охота — это не тимерские щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Визиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Согласен.
Я пошлю с тобой Харут. Но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхис. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование Ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Сейчас согласится. Приведи мне Цири. Да, если она согласится. Так, братья по оружию Скеллиги. Хорошо. Быстренько сейчас братья по оружию Скеллиги выполним, ребят. А остров туманов мы так и не можем, да? А, ну нам на Скеллиге как раз надо выполнять задание это. Давайте просто братья по оружию вот это вот скеллигские выполним и все. Так. Продолжаем. Остров Скеллиги. Отправляемся туда. Сейчас опять будут кат-сцены всякие ненужные. Так, лагерь друидов. Перемещаемся туда. Ладно, вырежу я это. Ну и, ребятки, давайте продолжим. Подождите, а чё так долго-то идти? Вот же. Поговорить с Машавуром. А-а-а! Мост в Каэртрольде, ну-ка. Поговорить с Крахом, поговорить... Давайте с Машавуром сначала поговорим. Чё вала-то совокуплять? Вот как раз с Машавуром поговорим и все. Чё вала-то совокуплять, да, ребят? Сейчас посмотрим, что он за задание нам даст. Потом с Крахом поговорим. Потом поможем Керес раскрыть тайну Ульдрикова безумия. Поможем потом Хьялмару в походе против великана Сундвика. Всем поможем, короче. Так, ну а для начала надо поговорить с Машавуром. Кстати, я немножко покушаю. Это тоже не повредит. Весь хлеб сожру сейчас. Ну, вперед, плотва, не в дерево иди, плотва, а вперед. Это разные вещи, я думаю, ты понимаешь. Ни хрена себе, мне 48 бутылок воды. Зачем мне столько? Не, ну как тут обойти, я не знаю, ребят. Надо объезжать все это дело. Что у меня там есть вкусное? Сырое мясо. Это я и возьму, пожалуй. Да быстрее, быстрее, тут куча врагов, чувак. Купцы какие-то, нифига. Так, Машавур где-то здесь. Да давай, чё ты тупишь-то, ё-моё. Пошла. Ну не тупи, боже мой, ну тупая лошадь, а. Иди нахер, все, отвали от меня, блин, тупица. Тупая лошадь, черт возьми. А где Машавур с Анной? Где Машавур, блядь? Затрахали вы уже, ребят. К Машавуру меня отведите, в самом деле. Ну не спускайся ты так вниз, блин. Машавур мы сейчас нихера, блин, не найдем еще. Будет замечательно. Вход дайте мне уже, а. Да что ж ты будешь делать, а? Не беси меня, игра. Не беси. В самом деле. Да что ты будешь делать, а, ребят? Ну иди ты уже, ну хватит спускаться, еще ниже спустить. Придурок. Блин, ребят, я просто не могу, меня бесить начинает эта игра уже, реально не могу. Как тут пройти-то? Мать вашу, блин. Пожилой человек, а Машавур где?
Ребят, вы меня к Мышавуру приведите, и все, и отвалите от меня нафиг. Ну вот они, друиды. Че дальше-то? О, господи. Ладно, ребят, давайте уже пойдем к другому чуваку. Вот это бесполезно, блядь. Просто делать нахер. Потому что... надо именно другое задание выполнить. Теперь меня не приведут к этому ебучему Мышавуру. Потому что я не понимаю, где он находится вообще. Ну его в жопу, блин. Потом к этому Мышавуру приду. Потому что это... Я понимаю, это будет продолжаться 100 лет. Иначе никак. Говорить с Крахом. Ладно, пойдем поговорим с Крахом. А то меня это затрахало уже все, если честно. По 100 лет туда-сюда бегать, блин, в этой игре. Надоело, ребят. Просто надоело. Сил нету, ребят, честно говоря. Ну чё? Я хотел поговорить. Мне нужна помощь в битве с дикой охотой. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири. Но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну что поделаешь? Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. Мы можем драться с ними только у Каэр Морхена. Морхима. Морхена. Местом битвы станет Каэр Морхен. Ой, извиняюсь, ребят. Сотнях миль отсюда. На то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нильфгардом. Герак, прости, я не могу этого сделать. Ну, замечательно. Понимаю. В таком случае не буду отнимать у тебя время, прощай. Постой. Чё? Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Ну, давай. Кого ты мне пошлёшь? Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Меч! Новый меч! У меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака, то есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Ни хрена себе. Закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайта в столетия. Круть. Он твой. Круть! Спасибо. Спасибо. Я понимаю, как нелегко это для тебя. И тем дороже для меня твой дар. Давай сюда. Еще балаболь-то просто так. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Угу. Нифига себе, плюс 24 урона, плюс 40%, плюс 40 пробитие доспех, плюс 55% дополнительный урон при критом ударе, плюс 10% модификатора шанса вызвать заморозку. Офигеть, ну круто. Крутой меч, крутой, ничего не скажешь. Не поспоришь, как говорится. Так, что там у нас? Это не надо. Так, а как отсюда выйти? А, вижу. Так, нет, я не туда пошел. Все, ладно, идем помогать Хьялмару в походе против великана Сундвика. Убежали быстрее, ребят. Так, где тут выход-то, ребятки? А то я что-то пока не особо разбираюсь, где тут выход. Не особо разберусь, точнее. Стоящим временем. Так. Наоборот, в будущем. Ладно. Уважаю, уважаю. Всех уважаю. Так. Ага. Дуба. Гидинейт. Туда перемещаемся, быренько.
Так, выполняем задание парочку, точнее, не задание, а парочку заданий выполним, и я на этом, ребятки, сегодняшнюю серию закончу. К Ялмару какому-то. Погоди, а почему меня сюда показывало, что нужно идти? What the fuck? Опять к этому, блин, дебилу. Черт. Ну хватит, уже не смешно. Так, где там Хьялмар? Хьялмар. Ну где ты, твою мать? Не знаю, ребят, а где Хьялмар этот сраный? Хм, интересно. Не знаю. Просто вот не знаю, ребят. А где он и правда? Вот этот придурок, как его называют. Мушавур. А где Хьялмар? Хьялмару помочь надо. В походе против великана Сундвика. А, наверное, задание надо выбрать. Так. Вот. Это что? Так, помочь Хьялмару в походе против великана Сундвика. Вот, отправиться на поиски Хьялмара на остров Ундвик. Ага, все понял. Значит, это правильно, я все выбрал. Потом помочь Керрис раскрыть тайну удаль рекового безумия. Да, удаль рекового безумия. Так. Ну что, давайте. Извиняюсь за свою дикцию, конечно, ребят. Все, давайте идти на задание. Тут, кстати, довольно далеко. Оно находится, как вы могли заметить. Так, ага, вот он остров. Ну, тут придется плыть. Тут придется плыть, ребятки, по ходу дела. Давайте вот сюда, в эту деревню отправимся. И приплывем на этот остров, искать Хьялмара и помогать ему. Мы будем в борьбе против этого великана Сундвика. И я на этом, ребятки, наверное, закончу, потому что мы сейчас будем дополнительные задания выполнять. А без этого задания никак, давайте посмотрим. А, вот, сесть лодку, остров туманов. Так, погодите. Отменяется это все. Дельца. Нафиг это надо. Сесть в лодку. А, ну так мы на скельге, нам сюда и нужно. А на какую лодку сесть? Так, сесть лодку, ну-ка. Любую лодку совершенно сесть, и все. Можно валить отсюда. Я, наверное, очень пожалею, если не выполню эти задания дополнительные. Ну да черт с ним. Хрен бы с ним, как говорится. Да иди ты уже, ну. Добраться до острова туманов. Не понял. Где остров туманов-то? А типа ты его ищи сам, да? Ха, интересные вы люди. Ребят, ну вы, конечно, очень-очень интересные люди, да? Но как я до него доберусь? Так, его надо сначала отметить. Ну это я понимаю, что его надо отметить. Но я его ни хрена не вижу. Где этот остров туманов? Да твою мать. Как вы надоели, ребят, честное слово. Где остров туманов-то, господи? Острова Скелью, остров туманов. Ладно, плывем в том направлении, в котором нам показывают. Просто плывем, ребят. Вон сраные утопцы. Ваша лодка повреждена. Если повреждений будет слишком много, то она утонет. А почему она повреждена? Не, ну это круто очень. Спрятанное сокровище. Ага. Так, давайте смотреть. Я не могу так без карты, на самом деле.
Вот. Вот, так мне проще. Так, ага. Ну все, мы сюда доберемся сейчас. 1700 метров, правда, плоть, ребят, многовато, сами понимаете. Ну, ради такого события, почему бы и не поплыть. Так, погодите, давайте я хавчика возьму. Во-первых, надо взять вот эту вот ласточку улучшенную. Вот на первый слот. И можно плыть уже дальше. Пошла вон отсюда, мразь. Я думал, я ее не убью. Думаю, сейчас она меня убьет. Да не, ни хрена, ребят. Да, ребят, Геральт путешествует на своей верной лодке, как вы могли заметить. Если она сломается, будет вообще вдвойне хорошо, конечно. Но надеюсь, что нет все-таки. Ну, где-то минут за 5, наверное, мы доплывем. Хотел бы рассказать о том, что я уже половину суммы, ну, на Авермедию, вот эту вот, как она называлась, Extreme Capu 3, половину суммы накопил. Осталось еще половину накопить. Я думаю, где-то через недельку, через две... Я накоплю, сделаю об этой Авермиде подкаст. Да, сделаю подкаст. Опять сирена, что ли? Походу дела, да. В общем, а нет, это касатка какая-то. В общем, сделаю подкаст. И буду уже записывать видео с PS4. У меня пока что есть только игра NEC. Я не помню, говорил ли я вам об этом или нет. Но, в общем, только одна игра есть, которую можно позаписывать. Я ее, кстати, начинал записывать, но так и не допрошел. И поэтому прохождение удалил это, собственно говоря. Вот, и после того, как я прохождение удалил, думал, ну, никогда не вернусь к этой игре. Но решил все-таки вернуться. Я же раньше записывал с помощью вот этой функции записи на PS4. Ну, вот на этом геймпаде там была кнопка Share, и с помощью нее можно было каждые 15 минут записывать. Там сирена опять. Мразота, а? Ну, смотрите, она за мной плывет. Получай, тварь. Вот ненавижу еще одна сирена, а. Вот она за мной плывет, плывет. Слава богу, что есть арбалет. У меня там 44 стрелы в этом арбалете. И это радует. Как же я без арбалета бы сражался, мне интересно, с этими сиренами. А хрен его знает. А, все, она уплыла. Кстати, есть идейка такая, позаписывать Майнкрафт. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но думаю, я в подкасте еще раз об этом скажу. В общем, Майнкрафт стоит 1500 рублей, насколько я помню. На PS4. Довольно дешево, как вы могли заметить. И поэтому почему за такую маленькую сумму не купить? Или же я куплю God of War 3, только придется на God of War 3 немножко поднакопить на вот этот вот ремастер от издания на PS4. Вот. Ну не знаю, ребят, сам посмотрю, что можно будет купить. Кстати, вот лодка у меня немного сломана, я боюсь, что она у меня до конца сломается. Я не понимаю вообще, как она у меня могла сломаться. Ну, в общем, больше половины пути мы уже проплыли, можно так сказать. И отправляемся на остров Туманов. Вот, ребятки. Будем спасать в скором времени Цири. Я, правда, не всех союзников обошел, как вы могли заметить. К сожалению, не всех союзников я обошел. Ну да и черт с ним. Самое главное, это сейчас добраться до острова Туманов. А много союзников ни к чему, сами понимаете, ребят. А то еще мешать будут. А мне это нахрен не нужно. Сейчас, ребятки, время посмотрю. А то мне надо сейчас на тренировку уходить. Ну, у нас еще есть минут 20-30 запас. Думаю, еще минут 10-15 где-то позаписываю. И на этом, ребятки, закончу сегодняшнюю серию. Вот. А тогда уже в следующей серии отправимся искать Цири. Блять, мразь, а? Ебучая сирена. Как вас тут много. Получай. Ни хрена себе, прямо от них придется отбиваться сейчас, по ходу дела, ребят. Вот тебе и встречи, да? Удар при встрече обеспечен, как бы сказал дерзкий школьник. Но мы так не скажем. Да ё-моё, она ко мне пристала-то, сирена. Так, доплыли до острова, до островов Скеллиген. В общем, давайте здесь где-то высаживаться. Тут, смотрите, туманы. Ну, это же остров туманов. Не просто ж так его так назвали, да, ребят?
О, давайте где-нибудь здесь будем высаживаться в скором времени. Опять сирена. Новое задание владыка Ундвика. Получай, тварь. Как много тут сирен, блин. Вот я не люблю этих сирен, на самом деле. Внимание, сохраните игру, пока не поздно. Приближается важный игровой момент. Советуем сохранить игру, ячейки для ручного. Хорошо, для ручного. И сейчас игру сохранить невозможно. Твоя мать, что происходит? Что происходит? Задание провалено, задание провалено. Задание провалено. Все задания провалены. Охренеть, сколько заданий провалено. Смертельный заговор. Все провалено, да и хрен бы с ним, ребят. Если честно. Меня это не волнует. Да, я понимаю, что вы хотели много дополнительных заданий, но знаете, я не такой человек, чтобы сейчас дополнительными заданиями вот заниматься, тратить на это время. Так, ладно, ребят, вырежу эту загрузку. Продолжаем. В общем, выпустил он этот шарик, теперь надо за ним двигаться и искать Цири. Думаю, как мы найдем Цири, я сразу, ребятки, на этом закончу. Сейчас игру сохранить невозможно, ну замечательно. Сейчас наверняка какое-нибудь чудище на меня нападет, я так думаю. Или же нет, хрен его знает, ребят. Ну, сейчас посмотрим. Ну и что там? Следовать за светлячком. О, слава богу, у меня лодка починилась. Это меня радует. Да, мрачное место, да, ребятки? 22-й левел тут нужен, но у меня вроде 20-й или 21-й. Какой у меня левел? 20-й, ну и хрен бы с ним. 20-й, 22-й, 21-й, разницы нет. Мне же не 30-й уровень для этого задания требуется, сами понимаете, ребят. Ну, буду огребать немножко, ну и фиг бы с ним. Так, путешествуем на лодочке, ребятки. Как вы могли заметить. Ну, давай, светлячок, веди нас. С мышауром мы, кстати, так и не поговорили, ну и хрен бы с ним. О-о-о-о-о. Пошла нафиг и хидра. Мразь такая. А у меня хоть стрела арбалетных на них хватит. Афиг узнает, ребят. И хидры какие-то мрази тут вылазят, блин, из воды. Вон еще какие-то мрази на меня сейчас вылезут. Прям мрачное место, говорю. Опять эхидны. Или хидра. А, эхидны. Да твою мать, не пугайся. Не пугайте, не пугайте. Не надо, не надо, не надо орать. Мразот. Да пошла ты нахер, блин. Поорешь ты меня тут. Сучка всю кровь высосет, а? В самом деле. Следовать за светлячком. Так, ну тут надо... Ладно, потом сохранение сделаю. Так. Не знаю, что это за мразь вылезла, ну и хрен бы с ней. Так, он опять? А, это туманники. Нет, туманники, идите нафиг, я за светлячком бегу. Искать Цири на этом острове туман. Вообще зловещее место. Я так думаю, вон домик. Может быть там Цири? Давайте посмотрим. В этом домике что у нас там? Я думаю, что у нас там Цири сидит. Светлячок остановился у этого домика. Узнать, кто пхать. Закрыто. Давай узнаем. Мне кажется, там Цири сидит. У меня такое ощущение. Выламывай дверь. Я не Господи. Вам вреда. Откройте. Накрылась наша конспирация. Давай, спецназ! Я Геральт, ведьмак. Ищу девушку с пепельными волосами. Я ищу девушку с пепельными волосами, со шрамом на лице. Вы позволите мне войти? Нет. Я начинаю терять терпение, ребятки. Начинаю терять терпение. Придется вас убить. Прекрасно. Значит, скоро и вовсе пойдешь во свояси. Клянусь бородой своей матери, возьми... У твоей мамки есть борода? Эй, ты, за дверью. Ты Геральт? Я правильно говорю? Угу. Да, Геральт. Послушай, Геральт, поговорим о деле. Мы пережили кораблекрушение.
Нескольких моих ребят сожрали какие-то твари. Пока мы наконец не укрылись тут. Этот остров полон опасностей. Так что не удивляйся, что мы тебе не доверяем. Я вас не трону. Меня вам опасаться нечего. Сказал старый лис стаи гусей. Я потерял уже слишком много друзей. Рисковать не буду. Если я найду ваших друзей, вы поверите, что я вам не опасен? Борис, отыскать их будет непросто. Сколько их было? Трое. Ива, Гаспар и Терренс. Этот ваш Иво, где его искать-то? Этот кретин уперся, что должен обыскать пещеры на востоке. Я не сумел выбить эту мысль у него из головы. Ну, где-то там ищи. А Гаспара где найти? Гаспара. Он сказал, что мы не можем просто так сидеть и ждать спасения. Взял фонарь и говорит, мол, поднимется на верхушку. Мне кажется, их всех убили, вот эти вот ублюдки, которым на этом острове живут. Где искать Ференс? Куда пошел Ференс? На запад. Вроде там есть какой-то корабль. У Ференса руки просто золотые. Если бы кто и смог его починить, то только он. Идет. Постараюсь отыскать всех троих. До свидания. Ага. Я рад, что ты все правильно понял. Так, ладно, ребят, в следующей серии отправимся этих ублюдков искать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.